После пятилетнего перерыва вновь киноконцертный пригласил словачан на кабачок, старые знакомые. А учитывая, что он проходил в рамках празднования 30-летия юбилея киноконцертного, то уже при входе живенькие композиции играл достаточно известный в Славутиче оркестр, а на большом столе здесь же стояли стаканчики с вином, как бы говоря о том, что уже пора праздновать и поздравлять друг друга и киноконцертный с юбилеем. В коридорчике около сцены традиционное броуновское движение. Сценарный план удивил своей длиной, по-моему, около 3 метров. А актеры, как они утверждают, совсем не волновались. А кого вы сегодня играете? Я сегодня контрабандист. А это же украденные вещи, я так понимаю, да? Подожди, ты гид, а он экскурсовод? Да. Нифига себе. Наоборот. Не, экскурсовод, я гид. Да. Сейчас он сценарий посмотрит. Да, экскурсовод. Правильно. Вот обычная роль, ничего сложного нет, ничего да? Ничего сложного нет. Ну, петь же будешь, да? Конечно. Ну, а как? Буду петь. Ага. И вот зал заполнен и застыл в ожидании. Так, товарищи, смотрящие телеканал «Медиадом», мы ведем свой прямой репортаж от ресторанчика «Старый Таллин», откуда буквально через несколько минут отправится этот красавец-автобус, увозя на современном, комфортабельном транспорте многочисленную группу славутических туристов. Путешествие в Чехию. А дальше все как в кино. Ну, вы помните. Только главных героев фильма играют славутчане, они поют, танцуют, и все это под названием «Кабачок номер 10». Заходите к нам на кабачок. Пела скрипка ласково и так нежно. В этот вечер я так одинок. Ну что, сынок, налей чуток. Сяду я за столиком с тобой. Посмотрите, люди, на его руку. Ну давай, держись, мой золотой. Ты что ж такой, совсем бухой? Сегодня болен я душой. Так выпьем же, друзья, со мной. Снова заказали вы коктейль. Дерзкая брюнетка, а в глаза нежность. Для меня сегодня вы модель. Мадемуазель, привет, Мишель. Спой мне песню, девочка, ну спой. Про мою любовь, которой нет больше. У меня сегодня выходной. Пойдем со мной ко мне домой. Возьмем конфеты, ананасы, две бутылочки для нас. Заходите к нам на кабачок. Пела скрипка ласково и так нежно. В этот вечер я так одинок. Ну что, сынок, еще чуток. Сегодня болен я душой, так выпьем же, друзья, со мной. И, конечно, о самых ярких эпизодах «Кабачка» мы расскажем дополнительно в нашей программе. Первые аплодисменты и браво вызвал танец в исполнении режиссера киноконцертного комплекса Полторина, феерившего в образе Казадоева Миронова. Буря аплодисментов сопровождал рассказ водителя автобуса в исполнении Анатолия Савенко о том, что ему порекомендовали наши семейные врачи и лично Шиленко для успокоения нервной системы регулярно принимать коньячок. А рыжей девушке в исполнении Оли Фищук, ну, которой что-то нужно было в подворотне от Горбанкова, оказалось, она не только просит, но и хорошо поет. И во все арши намщив, глазками стреляя.
Хорош был дуэт контрабандистов в исполнении семьи Аллы и Геннадия Игнатовых, умело использовавших хорошо знакомые словачанам словосочетания «автобус», «атас» и другие идиоматические выражения. «Рос тупый, сыра земля! Та куди ж твої баньки дивилися? Та щоб тобі повилазило 300 50...» Товарищи, хорошо, хорошо, мы время, ну цигель, цигель, время, товарищи. Я не Сара, клёвого пара, роза и тюльпаны. Мы с тобою, моя Сара, пара number one. Известная по предыдущим кабачкам группа «Девчата», любивая Леонец и новенькая Елена Короткова, изменив в тексте оригинальной песни слова «бриллианты» на местных мужчин, сорвала одни из самых громких и продолжительных аплодисментов в зале. Очень даже смело за счет грима и прически зав. Отдела культуры Брышевская состарила себя лет на 15 и сыграла современную хозяйку жизни – управдома. «Наши люди из Невского в АТБ на такси не ездят». Хорош был директор водоканала Константин Жалалян, исполнивший песню о вреде воды, да еще на ходу попытался решить проблемы оплаты за водоснабжение. «Здесь ты вздохнешь счастливо, крякнешь и скажешь «да». Будет людей не пиво, будет людей вода, да. Будет людей не пиво, губит людей вода». Дорогие славучане, мы люди хоть и местные, но просим не за себя, за персонал свой, оплачиваем коммунальные услуги своевременно. Передаем деньги за воду. Наши дети тоже любят апельсины. Вообще все шутки на местные темы воспринимались на ура. Это вам. Да, спасибо. На кнопочку нажми. Смешно, правда? Очень. Спасибо. Борисову отдайте. Очень органично в роли колымского уркагана выглядел секретарь городского совета Борисов, исполнивший латино-шансонную песню Марка Фрейдкина про тонкий шрам. «Я увяз, как пчела в сиропе, и не выбраться мне уже. Тонкий шрам на твоей круглой попе, рваная рана в моей душе». Александр Линкевич, сыгравший шефа, рассказал своим друзьям о том, что совсем недавно познакомился в одной медсанчасти с одним удивительным специалистом и приобрел для себя аппарат, ну, такой же, как он увидел в медсанчасти. А потом, немного выпив, вспомнил свою недавнюю работу руководителя комиссии по реорганизации СМСЧ и спел душевную песню про Глеваху. «А ты бы я не люблю, слухай, едь Глеваху, едь Глеваху, едь Глеваху, едь Глеваху. А директор Дворца детей и молодежи Нина Еремина была традиционно эффектна и обворожительна, как королева ночи. А главный специалист отдела культуры Ольга Сорока вместе с Полториным показали, что они хорошо разбираются в моде и репертуаре Сердючки. «Ты идешь такая вся в Дольче Габбана, ты идешь такая вся, на сердце рана, слезы душат, душат, голос твой простужен, ты идешь такая вся, ты мне не нужен». Главный герой фильма, семью Горбунковых, сыграла семья Ларисы и Дениса Масли. «А я улетаю с Линкевичем на жаркий курорт тропический. Давно он туда зовет меня, ну чисто гипотетически, чисто гипотетически зовет. Чисто гипотетически меня. Давай же друг друга будем
греха бери честны, и будем друг другу всегда верны, хотя бы гипотетически. А в финале зал аплодисментами приветствовал игру актеров, работу сценаристов и звукооператоров, в общем, всех, кто принимал участие в подготовке и реализации «Кабачка» под номером 10. Хочется всегда. Сила есть у нас, даже в бойкий час. Все объявляют добрые слова. И уже после бури аплодисментов оказалось, что у Лидии Григорьевны Леонец в этот день рождения. И снова аплодисменты, и снова цветы. За кулисами, знаете, це просто не передать, скільки емоцій, скільки всього. Але я вам дякую, що я протрималась уже тут 10 років. Более 2 часов продолжалось представление, и время прошло незаметно. А вот немного подробнее о нем смотрите в новостях в среду, а в пятницу с музыкальным уклоном в специальном репортаже 19:40.